Здравствуйте, друзья! Вот эту прелесть обалденную сейчас будем кидать на холст. Сначала акрилом, как я в последнее время вам рекомендую. Ну, я увлекся этими рекомендациями. Почему? Потому что, ну, чтобы вы хорошенечко в целом ряде работ усвоили это упрощение, чтобы вам было удобно и легко. Я тонирую сейчас холст синим, то есть ультрамарин, строительные краски. Вот вы видите сейчас строительные краски, но самый главный здесь компонент. Строительные краски — это всего лишь пигмент, порошок пигмента, смешанный с водой. Самое главное здесь именно акриловые белила. Вот эти вот. Это белила для радиаторов. Покупать стоит именно дорогие белила для радиаторов, хотя они значительно дешевле, чем краски для художников. Там точно это же качество. Но только расфасованные для художников они стоят в несколько раз дороже. Но не в несколько, я бы сказал, в десятки. Поэтому, кто хочет сэкономить и кто хочет попользоваться акрилом, вот этот способ просто и удобно. Итак, белила акриловые. Пигмент, порошок с водой для строительных работ. Но цветики у них такие же, как у художественных. Затонировав холст, я получаю себе упрощенную задачу в работе с маслом. То есть мне не нужна будет густая краска, чтобы забить белость холста. Это с одной стороны. Для того, чтобы было более живописно, более интересно, небо будет одного оттенка, снег чуть другого. Так, теперь немножко разбеленного ультрамарина и будет понятно, почему у снега вот этот синий оттенок, потому что там небо голубит, а уже над нами более синит. Лежачий к холсту кистью, остатками краски в кисти. Кисть круглая, тоненькая. Вытер кисть в тряпку и набрасываю вот это множество, которое там. Еще вопрос можно? Да. Самые священные места сделаны чистыми белилами или с оттенком? Белила с краснилами, с кадмием красным. И еще вопрос, будет ли мастер-класс гуашь держаться на холсте? Ну, это ж не гуашь, это акрил. То есть я же все время ее смешивал с акрилом, когда начинал. Это ж уже сейчас масло. Это сейчас масло. Акрил является связующим, как бы, клеевым звеном у пигмента. Пигмент и акрил становится как бы грунтом. Просто грунт мы сделали в этой картиночке, предварительной работе, тонируя холст, уже в формате рисунка. И масло легло практически на грунт, потому что использовался акрил. Вот, ну и все. Все по-честному. То есть, ну как если бы мы в качестве грунта имели бы готовый рисунок, ну скажем, репродукцию, но это был бы грунт. Вот какие-то паутинки для передности переднего плана. Часть паутинок у нас даже с листиками какими-то остаточными. Ну, надеюсь, вам понравится этот урок. Все.